С вами Сильванс Екатерина. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Миф номер 4 в сетевом. Вам ничего не нужно продавать. Такого не бывает. Любой бизнес в мире основан либо на продаже товара, либо услуги. И даже на работе по найму специалист продает работодателю свои мозги, навыки и время. Разве на собеседовании о работе вы не продаете свои навыки и умения? Даже финансовые пирамиды, несмотря на мнение, что они продают воздух, на самом деле продают шанс разбогатеть и риски. Маркетинг – это способ доставки ценности потребителю. Так что продавать придется. Вопрос, каким способом? Старые методы устарели сетевого маркетинга. Например, в Фаберлике есть продукт, а есть информационные услуги тоже. Один из них, например, стоит 2000 рублей и дает 50 баллов. И приравнивается к покупке продукции. Там 59 видео от успешных людей, закрытые тренинги по личностному саморазвитию. Постоянно обновляются. Сейчас самые актуальные методы рекламы вашего магазина через интернет. 45 методов подачи рекламы. И онлайн-продажи личные через Инстаграм-магазин, Viber Beauty Chat, BDO, это доски объявлений. Поиск партнеров через бесплатную рекламу в соцсетях, без спама. Или платный таргет в Инстаграме и Фейсбук. Всем больших чеков!